Как мы знаем, в 90-е годы, не выдержав конкуренцию в России в целом и у нас в республике, очень многие фабрики и заводы закрылись. И понимая всю важность и необходимость швейного производства, развития легкой промышленности в республике и в России в целом, мы в 2011 году открыли небольшое ателье. Начинали мы с 4 квадратных метров. Начинала я с 2 швеями. Так, а сейчас наше производство представляет около 400 квадратных метров. Так, имеем 2 производственных цеха. Здесь в Якутске у нас и в селе Намце. А также у нас по сбыту имеется магазин на крестьянском рынке, где мы продаем якутскую национальную одежду. И также мы работаем с районами республики и также принимаем заказы от населения республики и от предприятий города Якутска и также республики. А то, что касается для работы мобилизированных, да, когда наши братья, сыновья, когда наши земляки воюют, мы не стали в стороне тоже со своей стороны, да. И вот с начала октября месяца мы предоставили свое помещение, половину своего помещения, предоставили оборудование, также закупили материалы, пригласили добровольцев, присоединились матери, сестры, так, студенты Якутского педагогического индустриального колледжа и также предприниматели. И вот за эти 3 недели мы изготовили около 50 спальных мешков, около 200 штук лежаков, аптечек, стелек и так далее, да. А материалами нам помогли, очень помогли, особо помогли предприниматели. Так, компания «Я золото» в лице Изабеллы Семеновны, так, также компания «Хатутент». Так, пошивом помогли нам предприниматели компании «Чоран 21 век», меховой салон «Зима», а также присоединились около 30 матерей и так далее. Да? Также присоединились эти предприниматели. И особую благодарность я хочу сказать руководителю производственной практики Якутского индустриального колледжа Борисову Екатерине Анатольевне. Мы с ними работаем уже 10-й год. Через нас проходит около 100 студентов, проходит производственные практики. И так, второй момент. На прошлой неделе фонд развития предпринимательства нам выделил 250 тысяч рублей. И вот на эти средства мы отшили 25 комплектов для мобилизованных. И в комплект входят спальные мешки, балаклавы, сидушки, коврики, сидушки, аптечки, и вот сегодня как раз к вечеру мы должны вот этот комплект сдать. Так, и третий момент. Вот как раз сегодня или завтра мы подписываем договор с Министерством предпринимательства на пошив комплектов. Комплекты должны быть, ну, около 500 штук комплектов, и сюда входят эти около 10 позиций. И мы должны вот со следующей недели уже закупить материалы и в краткосрочные сроки уже должны сдать. Ага. И со своей стороны мы готовы. Мы работали 12 лет, накопили опыта и вот будем работать, работаем во благо республики, развития нашей республики, нашей страны.